15 января 2012 года должен состояться официальный переход филиала Всероссийского заочного финансово-экономического института в состав САФУ имени Ломоносова. В этот же день завершится прием заявлений от студентов и сотрудников ЗФИ. За 6 дней, за 3 дня до Нового года и за 3 дня после Нового года больше 1000 человек написали заявление о переходе в САФУ. То есть фактически сегодня, более если посчитать тех, кто пришел сегодня, то фактически половина уже студентов написали заявление, что хотят учиться в Северном Арктическом федеральном университете. При наличии уважительной причины тем, кто не успеет подать свое заявление в обозначенный период, сроки будут продлены. Кто-то работает вахтовым методом, кто-то сегодня находится в море, кто-то несет дежурство в вооруженных силах, кто где. Поэтому какая-то часть может, но это будет уже не более, так, я думаю, 5-7%. Для тех, кто решил не подавать заявление о переходе в САФУ, остается альтернатива обучения в других филиалах Финн-университета. Одна студентка написала: «Хочу перевестись в Орловский филиал финансового университета». Ну, пожалуйста, пусть переводится в Орел. Кто-то написал: «Хочу в Ярославль». Но повторяю, кто-то написал: «Санкт-Петербург». Но таких, опять же, единицы. Ну, наберется, может, десятка 3-4, не более. Для перехода в САФУ студентам необходимо иметь при себе зачетную книжку, студенческий билет, академическую справку, паспорт и заполненную форму заявления.